Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Как и ожидалось, на днях Meizu представила мини-версию бюджетного M1 Note, на обзор которого мы сейчас с вами и посмотрим, благодаря одному из наших китайских друзей, который выложил в сеть эту запись. Смартфон оказался таким, как и предполагалось большинству утечек. К сожалению, также подтвердилась информация, что у новинки только одна сим-карта. По сути, это единственный недостаток. В целом, Meizu M1 достойный конкурент к Xiaomi Redmi 2. Поступит он в продажу по аналогичной цене – $112. Цена для Китая. Смартфон обладает неплохими характеристиками. Несмотря на то, что здесь устанавливается только одна сим-карта, все остальное на уровне. 7-дюймовый IPS-дисплей HD разрешением с Gorilla Glass 3. Процессор 64-битный, 4-ядерный MTK6732 с частотой 1,5 ГГц. Оперативная память смартфона 1 ГБ. И, возможно, будет версия на 2 ГБ. Об этом ходят слухи. Что касается внутренней памяти, смартфон будет поставляться с 8 ГБ памяти, а также слотом для карт памяти до 128 ГБ. Задняя камера установлена на 13 мегапикселей. Имеется LED-вспышка. Передняя камера на 5 мегапикселей. Вес смартфона составляет 128 грамм, а аккумулятор 2610 мАч. Корпус смартфона неразборный, и он пластиковый. Будет большой выбор цветов: бирюзовый, желтый, розовый, синий, зеленый и белый. Ну а так как больше сказать мне нечего, остаток ролика досматривайте просто под музыку. Всем пока!